Ачай-Ваям – уникальное село в Алютерском районе, где сохранились традиционные праздники и обряды, где из поколения в поколение мастера бережно передают традиционные навыки по пошиву одежды. На выставке будут представлены керкеры, кухлянки, детская одежда, пошита традиционным способом из шкур оленя, из меха росомахи. Также будут представлены изделия из кожи, дерева, из рога барана, предметы быта, датируемые 20 веком. Торжественное открытие выставки состоится 8 сентября в 17:00 на первом этаже художественного музея. Выставка продлится до 3 октября. Приглашаем всех!